Всем привет! Сегодня 14 августа 2021 года. Вот. Мы тут периодически выбираемся на всякие разные походики, поездочки и прочее. Иногда сами, иногда не сами. Но вот сегодня вышли сами погулять по подсмотренному маршруту в сторону так называемого острова Уши. По острову Русскому. Значит, вот все, что вот это вот перед нами, вот до сих пор, да, это остров Русский, а дальше там вот видно, собственно, Владивосток, левее полуостров Эгельшельд, видно, много на рейде судов стоит, субботний день, хорошая погода, много катеров тут везде в бухточках стоят, отдыхают, яхточки там и так далее, и так далее. Вот, ну, значит, вот там вот видно, что мост Русский, потом вот идет вот этот островочек и дальше канал там и так далее, поселки. Основная дорога вон там вот по центру, может быть, видно, торчат трубы, это там мини-ТЭЦ. Вот. И вот эта вот вся вода, которая в Камбре, это вода, которая бухта Новик, и вот туда дальше она еще вглубь затекает, затекает практически до всей глубины острова. То есть она вот отрезает такой кусочек длинный и тонкий. Условно, как там цифра 6 или буква Б, да, то есть вот есть какой-то такой бублик основного острова, и вот такая вот еще длинная-длинная, отрезанная бухтой полоска суши. Тоже большая полоска, на самом деле, кампус там находится, океанариум там находится и так далее. Вот, ну и основная трасса тоже по ней проходит. А мы вот сейчас, собственно, напротив вот этой полосочки, которая здесь вот заканчивается, на этом бублике вот находимся. Впервые мы тут находимся, очень симпатично. Здесь такие возвышенности, интересные рельефы начинаются. Вот, вот где-то там впереди спрятан за вот этим вот мысом Старицкого, если я правильно помню, название небольшой островочек Уши, потому что он напоминает форму уха, если на него сверху смотреть. Вот, собственно, туда мы сейчас пойдем спустимся. Ну, а вам просто хотели показать вот такую интересную, замечательную, красивую панораму на город, на остров, на Виолетту, вот, и на красивые, интересные места. Что-то добавить надо еще, нет? Тут черные большие махаоны проснулись и летают. Да, да, да. Август, сейчас вот тут такое разнотравье, всякие пылевые штучки активно цветут, и вот... Ну, в кадре, наверное, не видно, но вот там вот метров в 7 от нас впереди летает красивый черный махаон. Вот и всякие разные бабочки летают красивые, стрекозы и прочие насекомые. В общем, замечательная погода, да, замечательный антураж. Ну и мы пошли дальше.